Смотрите, друзья, это как бы обычный тротуар, это как бы жилой домик. Дом двухэтажный, а вот здесь окна жилого дома прям залиты асфальтом. Вот так. То есть это реально жилой дом, там реально жилые комнаты. Но такая необычная обстановка. Находимся мы сейчас на улице Жарова. И как раз добро пожаловать в сегодняшний выпуск. И это мы сейчас идем прямо к центру города. Идем в сторону площади Пушкина. Дальше будем смотреть, какая здесь обстановка. Так. Но здесь уже, когда выходим до улицы Кузнецова, уже обстановка напоминает то, что здесь центр города. Сейчас как раз дождемся. Дождались, загорелось. Загорелся нам зеленый свет. Тут дорога перекрыта, судя по всему, потому что сегодня праздник. И проходят на Пушкинской площади, возможно, какие-то мероприятия. Это мы именно сегодня и увидим. Так, образовательный центр. О, смотри, здесь что-то огородили. Видать, что-то строить собрались. А здесь такая протестная надпись: «Нет высоткам». Как-то так. Ну да, возможно, этот город тоже скоро захотят застроить высотками, изуродовать его высотками. Это как, знаете, когда все завалено этими самыми высотками, и даже в солнечный день солнца нету, потому что все под тенью. Ну вот, к примеру, как в Москве. К примеру, Дмитровское шоссе 107. Вот посмотреть на те новостройки. Что-то голубь аж под ноги бросается. Нам все, буквально сейчас мы окажемся на площади Пушкина через несколько минут. И вы вместе со мной увидите, какая обстановка. Канцелярский базар. Смотрите, вон там было в начале этого дома какой-то канцелярский магазин. И здесь какой-то канцелярский базар. Что, неужели здесь прям со всего города понавесили
именно решили сделать такой концентрат, магазин магазинов, концтоваров. Так, ну, в общем, дорога на въезд перекрыта. Здесь пересечение с улицей Зверева. И уже подходим все ближе и ближе. Прямо сейчас там где-то даже уже слышно, доносится звук. Кто-то говорит в микрофон. Видать, уже есть какое-то мероприятие. Уже, видать, что-то да началось. Я сейчас думаю, как бы нам лучше обойти. То есть нам нужно сейчас перейти через дорогу. Вот этот самый проспект Ленина. Если я не ошибаюсь. Да, проспект Ленина. И вот я сейчас посмотрю, как бы нам лучше перейти. Смотрите, здесь какие новые троллейбусы. Это у нас там Собянин поубирал троллейбусы. А здесь вот такая обстановка. Опять же, мне не совсем понятно, почему у нас в Москве Собянин поубирал троллейбусы. Кстати, а вот здесь очень даже красивая, красивый обзор. Смотрите, там какое-то вот, ну там всякие заведения, видать. Но здесь, видать, видно, что уже прям центр города. Так, здесь мы так просто не пройдем. Через дорогу тоже не перейдем. А мы сейчас сможем пройти через подземный переход. И сейчас я там попробую найти наших. Там будет стоять человек, наверное, 20. И как раз по этому признаку попробую их распознать. А то, как я вижу, площадь-то большая. И ну, по крайней мере, мне так казалось. То, что площадь большая. Может быть, через 20 минут, когда все обойду, я скажу другое. Или если через 20 минут я буду обходить и обходить, и это окажется только частью всего, что здесь есть, я скажу еще и третье. У нас здесь речка, уточки плавают, резвятся. Здесь уловители мусора, чтобы мусор дальше не плыл, поставили вот такую решетку. Потом этот мусор убирают. Ну, так для удобства сделали. Здесь корм для уток, судя по всему. То есть можно покормить голубей, уток. А вот сколько птичек ждут корма. Здесь пони. Там я видел где-то лошади. Так, вот там какая-то гурьба стоит. Но, по-моему, сейчас попробую глянуть, наши или не наши. Не, по-моему, слишком молодые для наших. Наших там лет по 30. А это совсем где-то лет 15-20. Или мне так издалека кажется. А не, это не наши, это другие. Сейчас, в общем, будет у меня такой квест. Найди наших. А не подскажете, площадь Пушкина даже оно есть?
Да. Понял, хорошо, спасибо. Как? Откуда? С Москвы. Так, ну что, теперь, значит, мы сегодня поснимаем пока что эту площадь. И... попробую. В общем, пока я ищу наших, сейчас поснимаю обстановку. Я так и не пойму, где все собираются. Или уже собрались. Это прям очень интересно. Так, сейчас я попробую заглянуть в наш чат в Телеграме и посмотреть. Может, там кто-то что-то написал. Так, а ну-ка. Так, вот оно. О, нет. Ладно, сейчас я засниму всю обстановку. Потом как раз, когда буду, хотя я сейчас поднимусь наверх, поснимаю, что там наверху. Как раз обойдем наверху. Здесь, судя по всему, делают фонтаны, но это уже летом. И, судя по всему, фонтаны очень красивые, с подсветкой, судя по тому, что есть фонари. Ладно, походу сейчас все наши задерживаются. Кто где, непонятно. Сейчас, если через 5 минут никто не нарисуется, буду уже звонить. Как раз, когда буду загружать эти видосы, тогда и буду искать. Так, ну говорили, это и есть площадь Пушкина. Так что собираемся здесь. Сбор уже начинается через 10 минут. Что, конечно, для меня как-то удивительно, то что никто еще не подошел или пока что я еще никого не вижу. Ладно, в общем, кто хочет присоединиться, пишите в комментариях. Скину точные координаты. Где будем прогуливаться, если будем. О, а вон там флаг народного освободительного движения. Так, и там, судя по всему, какое-то выступление. Давайте посмотрим, а дальше.